И так клиент сидит 15 минут. Достаточно того, чтобы свет... So, hi guys. My name is Amber, और मैं आज एक बहुत ही अच्छी शॉप पे जाने वाला हूँ. मेरी फ्रेंड है यहाँ पे. ये जो दांत होते हैं उनको वाइटिंग करने करती है, जैसे जो वाइट दांत होने के लिए एकदम. तो मैं अभी जा रहा हूँ, इससे मिलाता हूँ मैं आपको कि कैसा है जो जिसका शॉप है, कैसा काम है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो चलिए चलते हैं. Меня зовут Надя, и сегодня я хочу вас познакомить со своей студией. Ко мне пришли сегодня в гости две прекрасные девушки, и на примере их вы увидите, как можно обновить свою улыбку и сделать ее еще привлекательнее. So, guys. आपने देखा अभी यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये दो लड़कियाँ हैं, ये अभी यहाँ पे बैठेगी और मैं शूट करता हूँ कि कैसे अपने दांतों को सफेद करती है. ओके. В наших красивых и удобных креслах очень удобно сидеть. Здесь мы проводим нашу отбеливающую процедуру. Это шкала Вита, по которой мы измеряем изначальный тон и какой тон будет после того, как проведена будет услуга. Данной девушке очень светлые зубки, потому что она постоянно ходит к нашу студию, и у нее сегодня 12-й тон. Первое, что мы делаем, мы обрабатываем нашу эмаль вот этим активатором. Он позволяет убрать весь налет, остатки пищи. Он также обезболивает, если у вас есть небольшая чувствительность. Все, что лишнее, мы... Мы используем только одноразовые капы, они очень удобные, они не доставляют дискомфорт. В нашей студии только производство все White and Smile. У нас есть патент на этот гель, поэтому мы знаем, чем мы пользуемся, и отвечаем за качество. Мы наносим гель на капу. Она идет двухсторонняя. Теперь я даю капу клиенту, и клиент сам уже ее вставляет. Мы смотрим, чтобы у нас капа хорошо села и гель весь распределился ровно, для того, чтобы прошло осветление более ровно. Теперь клиент облокачивается, принимает удобную позу. Вот такая вот салфеточка, чтобы все было достаточно комфортно. Одевает очки. Наше осветление происходит за счет вот этой вот лампы. Это обычный холодный свет, поэтому не переживайте, никакая радиация здесь вам не страшна. Итак, клиент сидит 15 минут. Достаточно того, чтобы свет просто светил на наши зубки. Чтобы было клиенту не скучно в момент сеанса, мы можем ему всегда включить либо клипы, либо любой фильм. Конечно же, фильм будет намного интереснее, потому что время в нашем сеансе где-то примерно 50 минут. Также в гости можно прийти не одному, а с компанией. Мы всегда рады вас угостить чаем или даже кофе. В нашей студии представлена дентокосметика для ухода за вашими зубами. У нас есть пудры, зубные пасты, отбеливающие полоски. Есть как интенсивные, так и для деликатных. Для деликатного осветления больше подойдет для чувствительных зубов.
Также есть бамбуковые зубные щетки. Ополаскиватель есть жидкий. И есть вот такой в таблетках. Здесь 60 таблеток. Очень удобно брать с собой. Также здесь у нас есть пломбир для губ. Ну, это больше для девушек, потому что здесь дается небольшое увеличение губ. Но из-за того, что есть масла, также и питание. И наш мусс, это для чувствительных зубов. Он укрепляет зубную эмаль, он убирает чувствительность, предотвращает пародонтоз, способствует регенерации тканей и противовоспалительный эффект. Вся наша биокосметика, она представлена здесь. Споласкиваем гель обычной водой. Все это одноразовое и утилизируется сразу. Давайте теперь посмотрим, какой же тон у нас стал. За 15 минут мы осветлили на 4 тона. У нас был 12-й, а стал 8-й. Это отличный результат. Ребята, мы смело можем порекомендовать вам данную студию и с уверенностью можем вам сказать, что результат от данной процедуры на 100%. Здесь вы не почувствуете боли и проведете свое время комфортно. После процедуры вы получаете пакетик для поддержания белой диеты, чтобы вам было намного проще соблюдать ее и сохранить свою улыбку белоснежной. So, hi guys, आपने देखा अभी यहाँ पे कैसे सफ़ेद दांत करे अभी व्हाइट टीथ ओके और मैं बताना चाहता हूँ देखो ये इंडियन टूथपेस्ट है आयुर्वेदिक डाबर रेड टूथपेस्ट सब करते होंगे इंडिया में तो ये भी मतलब बहुत अच्छा टूथपेस्ट है स्लीप एटलीस्ट यहाँ के लिए सफ़ेद दांत करते हैं तो अभी अपना एड्रेस देने वाली है कि कहाँ पर अगर किसी को आना है तो कॉन्टेक्ट करें. Наша студия косметического осветления эмали находится в центре города, в бизнес-центре галерея. Поэтому вы можете нас найти с легкостью, но все подробные будут в описании. So, आपने देखा ये एड्रेस है, मैं इसका एड्रेस को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा पूरा और अगर किसी को भी आना है यहाँ पे तो आए और अपने दांत सफेद करा के जाएं. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.